Казанцев пригласили за Паганини «Длиннопалы». Так называется новая концертная программа «Ля Примаверы», посвященная юбилею скрипачки профессора Московской консерватории Ирины Бочковой. Она воспитала множество талантливых музыкантов. Как готовились к концерту, увидела Маргарита Петрова. Бах, Вивальди, Дебюсси в афише концерта только самые виртуозные произведения для скрипки. Эта программа приготовлена специально к юбилею легендарной. Так Ирину Бочкову называют ее ученики. Вот и концерт этот необычный. В Казани 4 дня приехала Ирина Бочкова. Здесь она училась в знаменитой первой школе имени Чайковского. Блестящее советское образование помогло в не менее яркой карьере. Как бриллианты, на скрипачку сыпались награды международных конкурсов. Сначала собственные, после учеников. Самый младший из них – Руслан Турунтаев. Восьмиклассник, он уже неоднократный лауреат. Она исключительный педагог, соглашаются и выпускники. Скверный у меня характер. Вот, я как хочу, так буду делать. Вот. А она как бы вот могла с этим иметь дело. Такой синтез невероятного владения инструментом, синтез фантастический, профессиональные качества, преподавательские. Учила не только техники, но и скромности. За почти полвека преподавания воспитала сотни дарований. Они творят во многих странах мира, в их числе и Рустем Абязов. Еще в концерте участвуют 3 скрипачей. Потому что мы лучшие. Для выступления в честь любимого педагога Александр Тростянский выбрал элегическую поэму Эжена Изаи. Это произведение я выучил только вот недавно относительно. И оно мне очень нравится, пока что еще свежо, так сказать, ощущение. Его довольно часто играют фортепиано. И это будет первый раз, когда оно будет исполнено со струнным оркестром. Я специально заказал инструментовку. Музыка от барокко до 20 века. Путешествие по стилям оркестр продолжит в следующую среду. Зовет публику на концерт с интригующим названием «Диалог через столетия». Маргарита Петрова, Амир Зальшев, ТНВ, Казань.